Ой, там детей много, слышишь? Иди, иди, иди. Там впереди прям этот, куча детей. Стой, тихо, подожди. Он впереди за. Ой, далеко дал. Нормально. Горят детишки. Палим детей. Без нацизма. Всем здорово, народ! Сегодня вы увидите нарезку лучших моментов нашего с Евгением выживания в лесу. Игра очень сильно затянула меня и понравилась тем, что в ней можно максимально расслабиться. Блять! Ничего, блять! А, блять! Танич! А, ой, блять! Ты предупредил бы! Ебать! Огромило, блять! Я к такому не был готов. Заранее извиняюсь за свой старый микрофон, он начал выделываться, и местами вы будете слышать перегруз. Я это заметил лишь после 30 часов съемок этого шедевра. Сейчас я с новым микрофоном, и в дальнейшем, надеюсь, такого не будет. Приятного просмотра. Нет, меня. Не понял, братан, а что ты черный? Так ты тоже. В смысле? А... Это... А почему? Кстати, да, почему? Почему вы черные? Почему вы черные? Такое что ощущение, ты? Что мы играем не за главного персонажа. Почему Кельвин белый? Кельвин Кляй. Почему Кельвин белый, а мы черные? Мы что, рабы? Мы рабы Кельвина? Пошли, рабами. Нам в пещеру надо. Мне бы в твою пещерку как-то бы залезть. Так. Я ты готов. Услышал? Я готов. Я нагнулся. Ты видишь? Ну да. Нагнулся? Все, заходи. Принимаю. Давай! Захожу! Залетай! Батя в здании! Спасайте задницы! Дайте кусты пожрать, уроды. Угу. У меня есть оружие. И первым, на кого буду охотиться, это, конечно же, Женя! Иди нахуй! Иди сюда! Иди сюда! Охота на ни***а! На чёрного! Осуждаем! А где вход, кстати? А куда ты пошел? Ты куда пошел? Ко мне. Камни. Подожди, стой. Порубай он. Давай. А как пролазить? Ой. Эй, еще раз так сделаешь. И что? Уебу. Блять, бегу на помощь. Быстрее. Их два. Сейчас я его ткну. Блять. Попасть не могу. Ткнул. Второй раз. Третий! Четвертый! Стамина на длину нуля. Ебать, вижу. Я походу умер. Иду поднимать. А, он тебя дожрал. Ну все, Гук, иди сюда, блядь. Я в поселении, я в каком-то поселении, слышишь? Он на Кевина напал. Тебе придется меня вызволять. Их пятеро, блядь! Они меня догонят. За что так с ними? И так жизнь не прошла. А у тебя лут остался твой? Я не знаю, я пишу. Ничего не вижу. Пизды. Слышь, тут воняет. Еще и мухи летают. Давай, скоро и на мне мухи будут сидеть. Давай быстрее. Опа, сзади. На подкрадулях бежит. Кто? А, вижу. Гаси его. Ой, только не друг дружку, давай. Все. Добивай. Все, нормально. На всякий случай. А с него ничего нельзя снять там? А, можно вот так вот сделать. Стри, рот открыл. Зачем это сделал? Кевин в шоке. Совершенно довольный. А можно теперь сохраниться? Крестик есть. Я крест нашел. А, черный. Все, буду с крестом ходить. А, чел, это ползучий, который большой. По маленьких ни***а его, скорее всего, не захасят. Хорош, помогаю. По попке. Все, хорош. Это ты, конечно, раздал. Потратил все патроны, походу.
Шо? Я еблан. Ты что, сырое мясо съел? Да. А сейчас я пожарю этот, нормально, у меня мясо есть. Да не надо. Что там? О, что там? Что-то... Ты что, дурак? Ты зачем руку закинул? Я не буду это хавать. Хавай сам. Эй! О, место. Там еще три кусочка. А что ты сырой ешь? А как понять? Оно коричневым станет. Что тут? Нихуя. Что фу, если проходит? В этой пещере, я не знаю, я, блядь, пулемет не найду, это пиздец будет. Блин, ну мы очень далеко зашли, сколько можно. Вон, там их двое! А как с ними быть, с двоими? Тут есть высота какая-то? Кто нахуй? Ты что, сишку кинул? Да, но оно что-то не сработало, походу. Палец на тебя бежит! Ай! Да нич! Ай! 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 Не спрыгивай с высоты! Все, все, один готов. У меня ноль брони. А где второй? А где второй? Дальше, дальше, дальше. Я что, взорву? Не, он дальше был. Его нет? Как это нету? Его нет. Я его взорвал. Прикинь? Я все-таки не зря его кинул. А ну. Че? Ну, по крайней мере, теперь ты не черный. Чисто подожди, напечатал, вот чтобы не быть чёрным. Вот ну, это вот вся вот... маска? Да, вот так и ходить, наверное. Слышишь, по-моему, она не очень помогает. Да, блять, она не очень помогает! Да вот! Блять! Ну да, получается. Нахуй она нужна? Надо посмотреть вон эти нахуй маску. Ебать! Ебать, а ну встань! А ну, шо? Пиздец, а ну повернись! А где ты? Ну ты из какой жопы вылез? Это то же самое, блядь! Я знаю. 100 дней выживания с черным Женей. Я уже белый. Ну, почти. Блин, так мы так, смотри, мы так будем выживать и станем белыми. Вот, так что, если нас смотрит черный, если мой канал смотрит черный, и вы хотите стать белым, так просто начните меня выживать. Блин, сука, ну твой ёбок. Жень. Иди сюда, ничего не делай. В смысле? Пускай негры отдохнут, а белый поработает. Ну ладно, бисквитик покушали. Что, он сейчас принесет? Да. Он не то, что принесет, он еще и построит. Чисто эксплуатируем Кельвина Клейн. Да вы охуели!